Viewer discretion is advised. Большой и страшный серый волк слушает. Бигби, просыпайся. Нужна твоя помощь. Ниф-Ниф не явился навстречу к своему офицеру по условному досрочному освобождению. Ниф-Ниф? Это который? Это который не Нуф-Нуф и не Наф-Наф. Ясно. Понятно. И где мне его искать? По словам соседей, его не видели дома уже 3 дня. Может быть, имеет смысл расспросить его братьев? Понял тебя. Его средний брат, который... Нуф-Нуф катает наперстки где-то в Южном Купчино. Сам я не доберусь, я слишком мало спал и слишком много выпил. Пришли служебную машину? Машина уже в пути, береги себя. Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф. Им не хватает 4-го братца, Нах-Наха. Он бы очень точно отразил мое к ним отношение. Шериф! Шериф! Подождите! Шериф! Бигби! Бигби, это же я, Колобок! Бигби, подождите, шериф! Подождите! Шериф, да подождите! Бигби! Бигби, мне нужно с вами поговорить. Чего тебе, Колобок? Это возмутительно. В администрации Фейблтауна до сих пор не рассмотрели мою претензию к бабушке и дедушке. Претензия к бабушке и дедушке? Но они же вылепили тебя из теста! Во-первых, я не просил меня лепить. Во-вторых, они меня назвали своим внучком, чем официально подтвердили факт опекунства надо мной, а потом просто выпустили в лес. Просто, а вы выпустили в лес, Технически ты сам ушел, точно так же, как я сейчас уйду от тебя. Я не ушел, я укатился. Стойте, вы вообще знаете, как трудно катиться? Вы знаете, что для того, чтобы преодолеть 1 метр расстояния, нужно перекувыркнуться через собственное лицо 2 раза? В любом случае, ты сам от них укатился, Колобок. Чего? Я был ребенком, я был просто маленьким ребенком. Они мои опекуны, они обязаны обо мне заботиться. И что делают нормальные родители, когда их ребенок уходит неизвестно куда? Они сразу его ищут, они сидят и горюют, как мои. Причем... Ладно, я даже готов не доводить дело до суда. Все, что мне нужно, это небольшая компенсация. Чего ты от меня-то хочешь? Ну, я просто хотел, чтобы вы подписали тут пару бумаг. Тут просто о том, что вы ознакомились с материалом дела. Мне кажется, эта машина за мной. Что вы готовы всячески содействовать. Бигби, ну подождите, вы же не подписали, ну... Я буду жаловаться, я на всех вас буду жаловаться, на всех. Вы дискриминируете хлебобулочные изделия, просто потому что я толстый и круглый. Возмутительно. Южная Купчина, и побыстрее. Иван! Бигби? Ты что ли? Да до встречи. Ты что, теперь на нас работаешь? В нашем ведомстве? Шофером, да. Шофером? Ну? На служебной? Какая служебная? Своя собственная машина. Это круче. Я себе купил, заделал.
затюнил ее вообще по хардкору. Всякие сабвуферы. Смотри, какая банка. Тёлки. Вообще, отбоя от них нету, чувак. Просто есть же люк, наклейки. Так здорово. Магнитофон крутой купил себе. Я не понимаю, что все жалуются. В родных землях не так-то и круто было. Ради одной единственной тёлки приходилось 3-9 земель пройти, отрубить голову какому-нибудь там дракону. У него еще две головы вырастало. Из 2-4, из 4-8, 16-32. Это что такое вообще? А здесь купил тачку, устроился на работу. Ну, более-менее хорошо оделся, кепочку, все. В родных землях меня как звали? Иванушка дурачок. Ну, я же не дурачок, правильно, и это как-то мне не подходит. А здесь здорово, можно фамилию любую выбрать, вообще абсолютно любую. Дурачок не катит. Я приехал сразу, решил новую взять, например, толстый член. Здорово, но сказали нельзя. Вообще, я думаю, можно, просто не стали помогать. А могли бы, а чё нет пацану-то? Подожди. Слушай, тебе не кажется, что вон та Шкода за нами едет уже слишком долго и слишком близко? Застарёмся. На такой тачке можно куда угодно. Полегче! Пуля! Я не хочу сдохнуть сегодня. Как твой брат? Брат? Это который? Царевич, что ли? Да петушня он. Не работает нигде, виски забрил, милирование сделал, ходит в ускачах, никуда не годится. Че он за тачку себе купил? Peugeot 206. Ну что это куда? Никуда это не годится. Ходит с такими же царевичами, как он, петушками. Это в сказке, там, жар птицы, еще что-нибудь, там, петух был более-менее еще куда ни шло. Здесь-то петух немного по-другому интерпретирован. Я не знаю, на самом деле, о чем он думает. Я бы на его месте устроился бы на работу, перестал бы заниматься всякой ерундой. Я не удивлюсь, если он на самом деле околачивается где-нибудь на большевиках. Подожди. Останови вот здесь. Да Нуфнуфу тут рукой подать. А мне кажется, я заметил еще одного хлыща, который нарушает условия досрочного освобождения. Удачи тебе, Иван. Думаю, увидимся. Счастливо. Волк. Вот дерьмо, сука, вот дерьмо. Шериф. Привет, шериф. Привет, Кощей. Ты ведь знаешь, как я не люблю бегать, правда? Насколько я знаю, подобные прогулки нарушают условия твоего УДО. Но в условиях также написано, что я могу уходить из дома, если у меня проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем? Да. И что же такое? Захворал в такую отличную погоду? Яйцо потускнело. Яйцо? То самое яйцо, в котором твоя жизнь, яйцо. И смерть, иголка, заяц, утка. Это яйцо. И надо врачу показать. И ты несешь и показать его врачу. Кончай комедию ломать, Кощей. Зачем ты вышел из дома? Ну, мне надо было погулять. Погулять? Погулять. С яйцом. Любишь яйца? Зачем ты вышел из дома? В магазин надо было сказать. За яйцами? Как? Да ладно, ты сейчас пойдешь в магазин за новыми яйцами. Я все скажу, я шел к Марии Царевне. К Марии Царевне? Ай, да! Мария Царевна получила судебный запрет на твое приближение. Ты преследовал ее, ты помнишь? Она не так все поняла. По-моему, она поняла все. Все не так. Я хотел объяснить ей, я шел, чтобы постоять рядом с ее дверью, чтобы когда она вышла, она увидела вот это. Хорошо, Кощей. Я передам ей, то еще в чистую руку дебил. Но тебе все равно нельзя выходить из дома. Проваливай. Я ладно. Тебя не видел и больше здесь не появляюсь. Ладно, Бигби. Здравствуй, Нуф-Нуф. Шериф, я не хочу никаких проблем. Я знаю, что ты не хочешь проблем. И я не хочу проблем.
Поэтому сейчас ты просто скажешь мне, где находится твой брат, и ни у кого из нас не будет никаких проблем. Вы же знаете, я давно не общаюсь с братом, особенно после той истории со свадебной вазой. Послушай, Бигби, ты же сдул наши дома. Слушай меня сюда, я сдул твои дома, и сейчас я сдую тебя, если ты не скажешь мне, где твой брат. Я не знаю. Я начинаю дуть. Нет, не надо! Не надо, пожалуйста! Я начинаю дуть сильнее. Нет! Не надо, нет, я сейчас скажу! Он находится на чердаке. На каком чердаке? На моем чердаке. На чердаке? Да. Если я скажу туда и не обнаружу его там, то что? Я не знаю, он там точно. Он точно на чердаке? Да! Видишь, Нуф-Нуф, обошлось без эксцессов. Будет у меня сегодня яишенка без бекона. И без яиц, очевидно. Удачи, детективный. Стой, Ниф, ты знаешь правила, меня нельзя обнимать. Ты располнел, знаешь ли. Располнел. Приятная встреча. Цены на сигареты идут вверх, все сложнее и дороже себя убивать. Знаешь ведь сигареты, да? Да, конечно, конечно. Но разговор сейчас не обо мне. Ты, Ниф, пропустил встречу с своим офицером по условно досрочному. И ты находишься здесь, на чердаке. Бигби, я... Не в самом характерном месте для поросенка. Бигби, я хотел к тебе прибежать, хотел сразу все рассказать, но там все завертелось и получилось такое, что... Кажется, это будет не так просто, как я рассчитывал.